Доброго дня, уважаемые видеозрители! Как-то к слову пришлось, что мне понадобилось посмотреть в Википедии список религий. Честно сказать, я не ожидала такого огромного количества самых разных названий и направлений. На выбор представлено все, от политеизма до верования в духов предков. Но тут у нас речь пойдет не о религии, как бы она там ни называлась, нет. Говорить будем о духовности самого человека. Есть ли в современнике нашем духовность? Или материальное давлеет над всеми сферами нашего бытия? Что есть человек и где есть в его теле дух? Есть ли дух сама душа или же это разные наши части? Вы посмотрите, практически во всех мировых религиях есть дух, душа и тело. Дух бессмертен, душа немного может жить после смерти тела, а тело, ну, оно тело, материальное вместилище для энергетических составляющих. Остановимся вот на этом толковании, как практически общепринятом, и вернемся к телу. Если наше тело всего лишь сосуд, вместилище, то надо ли потакать этому вместилищу, а если нет? И тело есть часть души и духа, тогда как? Может ли душа поменять тело, пока оно живое? Способен ли дух действительно выходить из объятий тела и души и совершать удивительные путешествия? Можем ли мы, занимаясь духовным совершенствованием, также совершенствовать свое тело? Вот вопросы, вопросы, одни вопросы. Нет, не торопитесь хватать мышку и клаву и быстро писать ответы на эти вопросы. 100% вы в действительности не знаете ответов. Даже если вам кажется, что я сейчас задаю глупые вопросы, и ответы на них известны всем, это неправда. Если бы эти ответы были бы известны, то человек обрел бы себя. Как? А просто. Все наших три составляющих слились бы, наконец, в одно – в человека совершенного. С другой стороны, положа руку на сердце, вы считаете, что нам сегодняшним это надо? Мечтает ли гусеница, пробиваясь в яблоке, о крыльях бабочки и о солнечном свете? Думает ли куколка, какой красоты у нее будут крылья, когда и если, а контрольное слово тут «если», она, наконец, вылупится на свет Божий? Я не знаю, у меня нет ответов. И если они есть у вас, держите их при себе, потому что эти ответы для вас, а не для меня. Удачи вам, ясного неба и чистого духа. До новых встреч!